Водителей в области прошел 10-летний рейд. Суперкубик УЕФА в Россию не привезут. Джордж Буш и Джон Керри оказались братьями. 11 родными. Казалось, здесь много домов призраков. К примеру, аэропорт. Блин, больно. Ты думаешь, что похож на этих людей? У тебя не хватает опыта работы на телевидении, а работать там очень хочется? Хочешь прокачать свои навыки и стать на голову выше своих будущих коллег? Тогда тебе к нам в школу телеведущих на АТВ. Наши преподаватели научат вас хорошо и правильно говорить, помогут избавиться от неуверенности в себе и боязни камеры. И самое главное, у нас не будет долгих и скучных лекций, практика и только практика.